Как вода? Отлично. Приехали вот сегодня. Первый день вышли, можно сказать, на пляж. Вчера приехали в Салон, в Испанию. Снова на тот же отель, на тот же место. Пришли на пляж, который более-менее закрытый. Нет, даже вот он огражден, так что камнями вот этим оставили. Народу так тут никого. Там даже какая-то пещера есть. Там я буду жить по окончанию гостиничного. Ходи, естественно. Вот так ладно. В общем, не надул я этот жезлон. Пойдешь купаться? Попробуй. Ну давай, иди. Я тебя сниму.